Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся закрывать петли. Перед нами образец резинки 1 на 1. Для того, чтобы эта резинка оставалась эластичной и край не был стянутый, мы будем закрывать петли за переднюю стенку. Провязываем вместе 2 петли за переднюю стенку лицевой. Снимаем петлю. Затем провязанную петлю мы опять одеваем на левую спицу. Опять 2 вместе за переднюю петлю провязываем лицевой. Снимаем со спицы и опять одеваем на левую спицу петлю. Опять за переднюю стенку провязываем лицевой, снимаем и опять одеваем на переднюю спицу. Вот у нас уже видно, часть петель мы закрыли. И продолжаем. 2 петли вместе, провязываем лицевой и снимаем. Опять одеваем эту петлю на левую спицу и опять провязываем 2 вместе лицевой. Таким вот образом. Опять одеваем. Вот видите. Продолжаем. Так. Такое закрытие петель нам может понадобиться, если мы вяжем, например, кофточку реглан и начинаем ее вязать с горловины. Тогда рукава, которые заканчиваются резинкой, нам нужно будет закрывать. И низ изделия также нам надо будет закрывать такими вот петлями. Вот таким вот образом. Постоянно провязываем по 2 петли вместе лицевой. Так. Вот у нас уже видно. Соскакивает. Так. Последние 2 петли. Провязываем. У нас остается 1 петля. Ее можем протянуть с помощью крючка. И таким вот образом у нас получается вот такое закрытие петель. Спасибо за внимание. Если видео вам понравилось, жмите «Нравится» внизу видео. Подписывайтесь на мой видеоканал «Рукоделие». Впереди вас ждет много интересных видео. До свидания, до скорых встреч!